Происходит монтаж летнего душа 3 метра высотой, метр шириной, 2 длину с раздевалкой. Здесь у нас идет с парником также. В данный момент каркас собрали. Происходит лежа все. Дальше будем покрывать поликарбонатом. Поликарбонат также уже подготовлен. Пленку сняли. Сейчас будем обшивать эту стенку. Потом заднюю, потом боковушки на парнике и покрывать сверху. Вот устанавливается на брус. Половина душа перекрыта. Перекрыли одну стену, заднюю и парник. Прежде чем накрывать полностью душ и парник, нужно вставить бак. Иначе вы его потом не поставите. Сейчас поставили бак. Будем перекрывать вторую стену и накрывать парник уже поликарбонатом. Также все через резинку, все плотно. Закончили перекрывать душ. Сейчас будем его ставить, стоя, устанавливать на брус. Также вывели для резетки вилку от бака, так как бак идет с подогревом. И для воды, для набора воды от бака. Шланг, чтобы подключить. Таким вот способом собирается душ на земле лежа. Потом ставится. Также потом устанавливается дверь. В этом проеме будет дверь. Также она устанавливается. Высотой идет 3 метра. Или душ на брус. Также зафиксировали их колышками по углам. Сейчас будем устанавливать дверь, трапик и душевой набор в бак. Закончили монтаж летнего душа. С размером 1 м на 2 с раздевалкой и 3 высотой. Также присутствует трапик, брусок 30 на 40, установлен на брус, 100 на 100 обработан антисептиком. Также душевой набор, можно сверху и леечкой. Также идет бак 250 литров с подогревом. Поликарбонат идет серый, сверху прозрачный над трапиком. Здесь уже подводка под воду и резетка для тена на бак. Привет всем зрителям, подписчикам канала Вральская усадьба. Сегодня монтируем душевую кабинку. Приступили уже. Бак. Поликарбонат, бруски, все по ходу будем собирать. Вот и закончили монтаж душевой кабинки. Габариты душевой кабинки: в ширину 1 метр, в длину 2 метра, две секции, тамбур и моечная. Значит, сварена конструкция с профильной оцинкованной трубой 20 на 20 и 20 на 40. Поликарбонат серебро 4 мм 0,75 плотности. Торцы все защищены профилем. Наверху прозрачный поликарбонат, уплотнительная резинка. Здесь торчит штуцер под шланг, уже соединили. Замок. Изнутри также можно закрыться. Значит, в душевой кабинке установлен скрученный трапик из бруска 30 на 40. Фундамент брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Закреплен длинными саморезами. Значит, еще в душевой кабинке вешалка для полотенец, крючки 2 штуки, мыльница, лейка. Ну и самое интересное, шторка. Закрыли, помылись, открыли. Бак 200 литров с подогревом. Ну, также здесь розетка, втыкать.